Севастопольская организация Всероссийского общества слепых обратилась к депутату законодательного собрания Евгению Владиславовичу Мащенко с просьбой содействия в решении их проблем. Прежде всего, помочь с процедурой перерегистрации здания общества на улице Николая Васильевича Гоголя, 30, а также перенести ближе к нему остановку троллейбуса номер 4 при движении из Камышовой бухты к центру города. Кроме того, представители общества подняли и ряд других проблем по доступности среды для слабовидящих. Нам нужна специальная тактильная тротуарная плитка. Нам нужно, чтобы в автобусах и в троллейбусах объявляли остановочки, чтобы реклама на троллейбусе в виде номера троллейбуса была яркой, чтобы слабовидящий подошел и увидел. Тут же не только слабовидящим надо, но у нас очень много пожилых людей, которым тоже это нужно. Вчера встречались с начальником управления по транспорту Бабичем, который обещал установить данную остановку. Заявка подана. Сейчас только зависит от правительства, как этот вопрос будет решен. От остановки, которая идет из города и которая в город, то есть этот район, мы планируем, внесли предложение, чтобы положить специальную плитку для слепых. Депутат законодательного собрания также рассказал представителям местной организации Всероссийского общества слепых о подготовке севастопольского закона о беспрепятственном доступе маломобильных граждан.